Georgia. The world day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, as I'm here, as I'm here, I'm so sweet and not a queen, as a moonlight girl. Girls are for my mind.
вас видит. Первый, спасибо большое за звук. Давайте ему поаплодируем. Прекрасно звукорежиссер. Да, отлично, спасибо. Yeah!
сейчас для вас прозвучит немного блюза. Thank you.
песню для вас исполнить. Она одна из моих самых любимых. Я думаю, вы все знаете эту исполнительницу. Давайте немного поиграем. У этой исполнительницы в имени всего 3 буквы. Как вы думаете, как ее зовут? Сия. Почти. Молодцы. Молодцы. Я даже забыла. Спасибо. Нет, не она. Кан, там 4 буквы. Эра. Но Эра исполнит. Нет. Но первая буква, давайте я подскажу. Первая буква З. ЗАС! Ой, какие молодцы! Да, и следующая песня. Живю? Кто сказал живю? Все. Ну все. Точно? По вашему заказу тогда исполним живю. Давай. Oh, the mother goes on the hands of all the quad, woman on a shelter, the woman.
Нет, нет. Она лирическая очень. И мои музыканты сейчас будут делать некую перестановку. В данном случае мы подключим акустическую гитару. И к вашему вниманию предоставляю своему прекрасному ударнику пересесть на прекрасный инструмент под названием кахон. Давайте поаплодируем, потому что это действительно очень интересный, очень мощный инструмент. И я думаю, вы сейчас в этом убедитесь сами. Песню не буду объявлять, она будет на русском языке. Я думаю, многие из вас узнают ее. А можно микрофончик включить? И раз, два. Птиченька под окном серое, под окном гнездышко свое. Бегла маменька, берегла девочку, берегла доченьку, берегла. А сердце девичье горит огнем, по сердцу ей милый пулемет. Любовь и тоска о нем под сердцем дитя. Под окном птиченька, под окном серая, собралась осенью улетать. Уходил миленький, уходил ласковый, уходил в армию воевать. А сердце тебе
home. That's how we always be inseparable. Just you and me. It's so wonderful to know you always be around. Yes, we are. Yes, we are. Спасибо большое. А сейчас прозвучит моя авторская композиция, которая называется «Волны». Очень переживаю, как вы воспримете это произведение. Я надеюсь, оно вам понравится. А мои ребята мне в этом помогут.
своя дорога. Не забывай смотреть в глаза. За тобой хоть на край планеты, лишь бы чувствовать себя. Thank you.
исполним. Тоже моя авторская. Эй-эй-эй. Можно немножечко убрать кивера. Она называется «Пташка». «100 дней и 100 ночей». И в этой песне мы узнаем с вами, девчонки, о чем мечтают наши прекрасные парни. Thank you.
Как голос, и эта песня называется Endure Species, и мы хотим ее исполнить сейчас, потому что она тоже одна из моих самых любимых, и в этом мне поможет Александр Трофимов. Давайте поаплодируем. Ну и все ребят, я думаю, общими усилиями.
sees. But I soon learned they deserve. I am a woman. And I know who always be here alone. Поэтому мужчины, которые сидят в этом зале, давайте поаплодируем своим прекрасным дамам, которые сидят рядом с вами, что мы такие прекрасные! Браво! Трясутся, ничего.
я видела, тряслись. Молодцы, давайте поаплодируем. Вот парни, про первый ряд, супер. А следующая композиция тоже моя авторская. Называется «Молитва». Тут ковер не справляется. Пойми, сердце замирает страшно. Прости за те слова Божьи, увы. Любовь возникает дважды. Прости. Стоп, говорим сама себе. Хватит думать, все забудь. Обращаясь к Богу, я в молитве. Забери ты тягость в жизнь. Только руки поднимаю, душу открываю все тебе, ничего не замечаю в этой жизненной игре. Смешно, что прихожу и унижаюсь вновь и вновь. Что делать, я не знаю. Ведь сердцу не прикажешь. Скажи, что было все напрасно. Скажи. Стоп, говорю сама себе. Хватит думать, все забудь. Обращаюсь к Богу, я в мольбе. Забери дитя в жизнь. Только руки поднимаю, душу все тебе, ничего не замечаю в этой жизненной игре. И вот конец уже недолго. Ты сам творец и сам убийца. Поставил крест на этом шаге, но знай, что каждый день я говорить прости, Бой, помоги. Пусть ангел придумает к нему подмогу. Стоп, говорю сама себе. Хватит думать все. Обращаясь к Богу, я в мольбе. Забери тягость в жизни. Только руки поднимаю, душу открываю всю себе, ничего не замечаю в этой жизненной игре. Спасибо большое, Александр Цивилёв. А следующая песня будет шуточная. Шуточная. И если у вас будет желание подпевать, теперь уже подпевать и хлопать, мы будем только рады. Как играет
бас-гитара, вернее, вы уже слышите, как играет бас-гитара. Давайте попробуем повторить за ним. Попробуем. Нет, а вы зачем поете? Я думаю, там где-то поет кто-то. Умба, 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 умба. Ну давайте попробуем. Умба, 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 умба. Аплодируем вам. Девчоночки, кто думает, что у них высокие голоса? Вы нам нужны. Вот сейчас смотрите. Остальные поют так. Умба, 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 thank you.
спасибо за поддержку. Вы прекрасны! Вот это концовка. Уж какой. Вы такие музыканты, а? Да, спасибо огромное, что вы с нами. Сбили меня, правда, с мысли. Неорганизованно. Прихожу, раздаю им, главное, полный трек-лист, а они... Давайте споем другую песню. Извините, это моя ошибка. Песня «Зе». Я хотела спросить, а есть ли в этом зале, который смотрит такой телепроект, как «Голос»? Тогда следующая песня как раз для вас, потому что именно сегодня, буквально через 10 минут, нас будут показывать, меня будут показывать, и мы хотим в качестве некого бонуса, что вы дарили нам эту пятницу, что пришли к нам, именно к нам, мы хотим исполнить вам песню, которая будет звучать как раз через 10 минут, то есть вы первые, кто услышите. Да-да-да. Oh, are we?
slowly, tidy, slowly, take in. Вот такая песня, песня «Зомби», группа Cranberries. Огромное спасибо им. Так что вот так, вот так, давай. Вы первый. Thank you.
лечить. Песня называется «Излечи себя сам». Поэтому давайте лечиться.
спасибо. Давайте поаплодируем прекрасному звукорежиссеру Петру. Петь! Извини, это все. Петь, спасибо огромное, действительно, очень комфортно, супер. А вам комфортно? Петь, ну это самое главное. Огромное-огромное спасибо прекрасному клубу Алексея Козлова, который сегодня нас с вами всех собрал. Главное. Огромное спасибо, что пришли. Для нас это большая-большая честь. I get a spirit in the dark. I get a spirit in the dark. Just get a spirit in the dark. I'll get a spirit in the dark. I'll get a spirit in the dark. Thank you.
готов? Саша Тивилев. Меня зовут Эрекан. Спасибо большое. До новых встреч. Yeah.
Yeah!
Огромное спасибо за поставленную удовольствие. Большое спасибо.